Почти 1000 человек и несколько сотен единиц пожарной техники собрались на специальном полигоне поселка Ахтырский. Подразделения из Новороссийска, Анапы, Белореченска, Кропоткина и Сочи прибыли на ежегодные краевые учения. Эти учения для нас, как я уже сказал, традиционные. Почти 30 лет они проводятся каждый год. И для сегодняшнего дня у нас, собственно говоря, есть новые образцы техники, есть новинки, которые мы сегодня хотим показать. В строю стоят новые образцы техники, которые будут применяться. Это будет применяться и пеноподъемник Трофимова, и различные установки Пурга, и будут применяться все современные образцы техники, которые используются на территории Краснодарского края. Последние минуты готовности. Пожарные получают заключительный инструктаж и проверяют техническое оборудование. Поступает сигнал тревоги. Учения начались. Сейчас на пожарном полигоне поселка Ахтырский действительно жарко. За моей спиной горят две емкости объемом по 1000 кубометров. Горит сырая нефть, которую закачали предварительно организаторы соревнований. И мы видим, что пожарные уже приступили к тушению. Пожару присвоен самый высокий уровень сложности. В считанные минуты первое подразделение пожарных из Анапы приступает к охлаждению резервуара. Здесь же разворачивается мобильный штаб, который координирует все группы и дает указания по ликвидации возгорания. За их работой внимательно следят наблюдатели. Они оценивают быстроту и правильность принятия решений. Возгорание локализовано буквально за несколько минут. По замыслу учения было использовано два варианта тушения одновременно. Один с помощью подъемного механизма автолестницы с двумя пенными стволами и один прицепным стволом, который располагается на земле. Ствол высокого давления и большого расхода позволяет давать по раствору сразу 110 литров в секунду. Оба решения были выбраны верно, и расчеты позволили потушить оба резервуара. Уже по первым данным, которые сообщили наблюдатели координаторам учений, становится ясно. Анапские пожарные справились с заданием успешно. Подразделение Анапского пожарно-спасательного гарнизона на полигоне в поселке Ахтырском с поставленной задачей справились. Оценка руководителям учения поставлена хорошая. И поставленная задача была выполнена правильно и своевременно. Действия личного состава слажены. В этом году исполняется 360 лет пожарной охране. В рамках этого события в этот же день возле памятника огнеборцам новобранцы приняли присягу на верность служения профессии. Руслан Душевский, Анапа регион.